В Бердске обновили мемориальную доску герою России Олегу Куянову. Открытие символично состоялось в День Героев Отечества. На торжественном мероприятии присутствовали первые лица города, почетные гости, кадеты и съемочная группа ТВК. Кадеты строятся в ряды, уверены, сегодня особенный день. Новая мемориальная доска герою России Олегу Куянову – это дань памяти, говорят ребята. Историю жизни героя знает каждый из них. Когда-то, когда это заведение еще не было кадетским корпусом, а было профессиональным лицеем, что он здесь учился, был отмечен положительно, что после того, как он закончил учиться, он, получается, попал в спецназ и, выполняя свой служебный долг, погиб. Олег Куянов учился в 8-й школе, затем получил специальность в профессиональном училище номер 38, где ныне располагается кадетский корпус. Отслужил в армии, позже поступил на контрактную службу. Участвовал в 2 чеченских войнах. Погиб 15 октября 1999 года при исполнении служебного долга. В скупых строках наградного листа сказано, что он лично уничтожил около 40 боевиков. Дорогие мои друзья, здесь в основном люди, которые прошли войны, они знают, что это такое. Когда он шагнул в другом направлении, он шагнул в вечность. Мемориальную доску герою России, старшему прапорщику Олегу Куянову открыть. В памяти героя все присутствующие возложили цветы. После торжественного мероприятия продолжилось минуты молчания и парада. Мемориальная доска была установлена ранее, но она уже устарела, говорит директор кадетского корпуса Сергей Овчинников. В обновлении мемориала оказали помощь ветеранские организации. Вот эти доски в свое время, как бы, они были изготовлены в далекие 80-е, одна, другие в далекие 90-е. Сейчас на самом деле вот и внешний вид, да, и, скажем так, есть такое понятие, моральное старение произошло. Ну и вот благодаря на самом деле огромной помощи и поддержке со стороны городских организаций, ветеранов-афганцев, ветеранов-участников чеченской кампании, нам удалось это сделать. Кроме того, появится еще одна мемориальная доска, посвященная директору-основателю кадетского корпуса Василию Кирдячкину. Ее откроют 19 декабря.